У Беларуси снова начнут проводить профсоюзные правовые приемы. Юристы откажут на пытание всех жадающих, связанные с обороной працовных правов и социально-экономичных интересов. Такая форма работы правовыми инспекторами профсоюзов ожидается с соковика 2015 года. Звычайно, приемы проходят каждый опошний четверть месяца у районных и городских объединениях профсоюзов. Об месте и часе проведения консультаций можно доведаться на портале Федерации профсоюзов Беларуси, а так само потелефоновавши у организацию профсоюзов своего города альбо района.